Отдых на Кубани – это не только Черное Азовское море. Есть и другие, не менее привлекательные места, часть из которых находится и в Северском районе. Оценить его перспективы для туристов приехала рабочая группа Комитета законодательного собрания края под председательством депутата Андрея Булдина совместно с главой района Андреем Дорошевским. База отдыха «Владимировка» расположена неподалеку от станицы Азовской. Для гостей провели небольшую экскурсию. Одно из преимуществ базы – конные прогулки. Здесь живет 18 лошадей, каждая со своим характером, именем и породой. Редкий окрас гречка называется. С ним часто проводят фотосессии, вот именно осенние, очень красивые. Несомненными плюсами являются живописная природа, оборудованные беседки для отдыха и небольшой импровизированный зоопарк. Словом, все, что нужно городскому жителю для отдыха. Владимировка ориентирована на спокойный отдых семьи с детьми. База отдыха неоднократно занимала призовые места на краевых конкурсах.